Не-не-не. Ва, брат. Шма, надо, брат. Ну надо, брат. 30 минут в Москве тоже пошел. Я уже чаличую. 30 минут в Москве уже. Брат, а может быть... Брат, я ее Вентуре поставил, они ее шили, знаешь. Может, из-за этого? Не-не. Это вот этот, который на красном салоне, понял? 10-й раунд. Видишь, что тоже приехал. Что за легендарная МК-то этого рода? Куда? Алик, с правой двери должна быть пачка сигарет. Привет, брат. Никого в розыске нету, всех снимать можно? Приветствую. Ренат. Да. Ренат, валик, салам. Как ты, what? Вот оно. Салам. Ренат. Салам. А, это вот же она, да, красный салон, на ней, да, делали? Это чья сейчас она? Его. Твоя, да, брат? Под светом. Светом, сделай его. Поцарапай, шма, ломает, богатый. Шма, можно открыть? Вот он, ваш красный. Оу, ебать, бомба пахнет. Да, на бенге, мэнге, понял. Алькантара Рульс смотрится. Алькантара. Бля, хорошо смотрится, да. Ну какие это? На карбон. Да, так же надо сделать. Много, да, смотрится? Да, очень хорошо смотрится. Где у меня тоже карбон по салону? Он с другой машины салон сокинул. Да, хорошая. Бля, короче, я смотрел бэнк недавно. Его... Да, короче, с установкой 300 сядет. С чем она останавливается? Шма. Можешь, да, сяду, брат? Не-не-не. Ва, брат. Шма, надо, брат. Ну надо, брат. Ну надо, брат. Ну. Не, это не надо. Нас, брат, тоже здесь. Младший тоже тут. Карбон надо, надо. Брат, бомба, брат. Брат очень сильно смотрит. И вот, понял, бэнк тоже глаза. Ау, брат, ты прикинь, с таким видом. Шма, Ренго. Рина! А ну сядь, сядь, я примерю. Хва, можно я уже сядь? Шма, сядь, я тебя примерю, давай. Вау, брат, очень бог бомба у вас ворится. Бля, да, базару есть. Брат, посмотри, как ты в кадре смотришься. Не, ебать, карбон виднеется. Посмотри, как ты в кадре смотришься, брат, посмотри просто. Баба, как ты посмотришь. Бля, не, хорошо выглядит машина, брат. Давай купим, брат. Кого? Ну, подожди, выхлоп, послушаю я. Сейчас проверку сделаем. Шма, чуть нажми, брат. Хороший, брат, очень. Ани, поехали шить мою. Где шить, где, пацан? Здесь, надо зашить. Поехали, я зашил. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Прямо сейчас? Да, брат, когда на заднюю имели, брат. Хули я ее всю подготовил, ее маму ебал. Только вот эту прошивку, вот эту. Она вот здесь тоже самая. Да, давай. Это ж моя. 0,5, умоляю, брат, не надо, буду стоять. 0,5 прошивка. 0,5, брат. Скажи, толпа сейчас. Сейчас сзади, брат, подойду. На него! Блядь, запотели очки, бля, прикинь, от выхлопа. Бля, буду, пожди. Бля, ебать на этого Хазбика, он че за гигант, брат. Она какого года, брат? Да, Даник это, да, с красок кто пришел. Даник легенда, брат. Блин, здесь тоже, блядь. Борис Нарисов какой-то хуйню сейчас. Даник! Скажи парам, гильзовка тоже уже там будет. Бан, сразу после этого на капиталку записываю его сразу. Не, там газ с тобой сегодня будет. Здесь есть такие моменты? Брат, здесь, подожди, мы этот, как его, выключи звук. Ты уже знаешь, шаришь, да, хочешь, он там сам сделаешь. Ну что, допрыгался, щенок? Ребят, вы кого со своими скинами напугать хотите? Вы что, не слышали про новый режим на CSGO Run? Режим Case Battle уже на сайте. Вступай в равную битву с лучшими бойцами и покажи им, кто тот папа. Или сыграйте со своим другом и выясните уже наконец, у кого больше ствол. Что теперь скажешь? Ребят, вы чего? Быстрее переходи по ссылке в закрепленном комментарии и забирай халявный скин по промокоду. Хватай секретный промокод в телеграм-боте. Опрашивать время сколько нужно? Да минут 10, мастер. Что сказал? Ну, Даник сказал, брат. Саша, брат. Он просто сказал все, что помогает.
Где по кайфу, он сказал? Где же по кайфу можно или? Чё? Ну, то, что ты мне сказал. Да. Где по кайфу можно, прикинь? Реально? Да, ну, так, это больше не стоит. Даник, брат, сам... Чё там? Первый ОСБ нету? Первый ОСБ нету? Он вот здесь, честно говоря. Первый? Не, на них никогда не надо нападаться. Они прям близко, брат. Чё там? Да, только что видел. Поехали? Да. На двух поедем? А куда ехать? За нами езжай. Да не, да по-братски, вы сейчас будете ебать. Сейчас скину адрес. Тихо, да езди. Телеграм, ватсап, инстаграм отправь, да. А, это мы не в Краснодаре. Поехали. Опять увидел меня, по-братски. Я же говорил. С чем вас сейчас, блядь? Брат, ты здесь 30 минут. 30 минут в Москве тоже пошел. Я уже чали чую. 30 минут в Москве уже. Брат, на ней какая свежая. А, пацаны там много людей сидит, он говорят. Поехали, поехали, ехал. На, в Дуаса. Здесь отгрузи, разобрано М10. Шма, это кто там? Вау, брат, садись. Рэнго! Не, брат, ты все засунул, брат. Его очень противный. Ты заебал, блядь, габариты тебя на фуре надо транспортировать. Суши-фурши. Пойдем. Суши-фурши. Как вы вообще, блядь? Сука, самого маленького нахуй вперед кинули. Я могу поднять. Оу, Рэнго! Мы, брат, это не поможет нихуя. Только, пацаны, за нами не езжайте, умоляю вас. А, ну это. А, это. Брат, чё, почему? Здесь сапу тоже был машину в один начале, брат. Вот, брат, машина мытая. Не опускай окно, блядь, Дина. Ждем тебя. Да я все вас ужасаю. Жалко машину. Яма, зэ. Ну нельзя, ты куда ж ходить, блядь. Переборщил ты, да? Она буквально минут... Как подлетела. Бля. Где пацаны на М-ке? Даник, скинь адрес, алло! Про шмандовка Гардабана проверил. Он по-братски не московского же проспекта. Алик чуть ниже живет, за МК. За МК. Брат, в итоге в тебя сунули, как обычно. Опять охуеть, это знаешь, перевод Джиряна, алихуя Джирды. Последний снюс остался. Есть у меня. В итоге, что ты своего младшего брата Элла в Индиане не отвезешь? Ну, я в гости приехал. Я пытался, брат. Нет, брат. Хватит тут прочили ходить. Да он нужен. Ты в долги уже входишь для того, ты уже, блядь, говоришь, что напрямую давай будем администратору скидывать. А? Хочешь я поменять скажу? Давай, давай. Давай. Надо сесть? Давай. Давай. Что надо сделать? Пожди. Дорогу зачем перекрыть? Да, да. Дайте, дайте. Даник, садись, садись. Брат, мы с тобой габаритные здесь по кайфу. А. Даник, как ты, Уатс? Вау, зажали. Брат, я поставил же навигацию? Поставь, брат, закинь. Зеленка, да, здесь у нас усы? Бассейн небольшой, куда можно. Что хочешь делать? Так, да, так, маленькую движуху с тобой наведем. Аккуратную, понял, халяму. Даник, что вообще, где Алчо? Алчо продали же, бро. Очка лежала. Нахрен не продали? Он камеру взял 3,5. Он заболел же. Резко пересадку. Он сейчас подъедет. На ту, он сказал, я заболел. Он сейчас подъедет, не переживай. Прямо, да, ехать? Да, да. Почему камеру взял? Брат, вот этот видос видел на белые пятые, тоже здесь залетает, это я был. Вот дальше. Ты был? Да. Я думал, вейф, окей. Да, вейф сюда был, конечно. Прямо, да, брат? Да. На белый, на белый, да, Ринат, на черный, да. Вообще хорошо у вас в Москве, если честно. Брат, не езжайте. Там еще одни. Здорово, пацаны. Проедьте, ну проедьте, ну проедьте, ну умоляю. Езжай, ну брат. Брат, бля, ну посмотри. А, кстати, брат, ты то, что говорил, на холодных сучах она троить будет? Нет такого? Брат, бля, парни, ебана в рот, блядь. Прям дайте им что делать. Просто на крыле вот так сидел слева. Блядь, Вась, типы, смотри, Вась, что он делал. Ручник поднимает на Порше, Вась. А по-братски не делай, не делайте. Да, смотри, что делает, Вась. Ебать, хуйнё не страдай. Не делай, не делай! Надо, не, нахуй надо, пацаны, по-братски, умоляю, аккуратней, блядь. Не дай бог потом иди с этим живи, то что вы разъебетесь, блядь. Я просто на хату к человеку едем, ломает, ну сейчас толпой же на хату не поедем. Чё, надо, я скинул, что? Чё? А? Друзья, поезжай направо сюда, поезжай, давай, езжай на красный, езжай. Им похуй, да они поедут, брат. Бля, Вася, теперь Лексус, вообще... На ЕРЛ, там два зеленых было. На ЕРЛ в Москве пиздец. Даник женился, да, ты, брат? Да.
Да? Как тебе сидеть? Давно уже, брат. Он пиздец жуткий лев. Молодец, брат. Направо? Хорошо. По этой полосе, иди прямо, прямо. Да, они пишет, клянусь тебе, Даник. Пишет, блядь, говорит, вы вообще охуели, говорит, ЧСВ стали. Я говорю, ну, зазнались, говорит, я вас на свадьбу зову, вы не приходите. Да, 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 да. Хуеешь? Алло, поехали, да, брат, что делаешь? В рот выебать, нет свадьбу? Свадьбу в похороны превратить, блядь. Вот такую сделал? Даник, говоришь, выхлоп тоже поменяется, да, брат? А чего? Вот у Маги вот точно столько выхлоп, вот, слушай, сейчас появится, да? Да, нормально. Сейчас ее посмотрим, пацан. С ней все так, брат, по идее. Он все шьет, да, МБТ, МБТ сможет это сделать? Да, все умеет, просто надо вот этих... Гужбани. Гужбани. Смотри, Магашка, вот, Магашка. Охуеть, это его, да, брат? Не, его вот синее, этого пацана. А, вот это М6, да? А, я видел ее на Патрике. Блядина. Так, сейчас, брат, у тебя по-любому вот мишки даже... Где брал? Они были на ней. Да, брат, мне мишки надо купить у цели. У тебя сразу как раскладка поменялась? Брат, это от Даника, бля. Ладно. Ладно, а? У меня громче. Брат, Алькантара, потолок потрогай, умоляю, брат. Ты долбоёб, что ли? У меня тоже Алькантара. У него что, Алькантара? Ты долбоёб? Ты дурак? У меня фул Алькантара. Нормально. О, брат. А, это у меня нет. У меня фул, да не смотри, у меня Алькантара. Не ломайте. Ну вот почему у вас такая привычка на моей машине? О, да. Алькантара. Брат, цвет не заебывайте, а? А? Цвет не заебывает, легкий в мойке. Тоже под дождем мы. Чтоб ты понимал, это наш Кент, короче, брат, он с Грузии, понял? Он машину моет, только от дождь идет. Ты кто по нации, брат? Лакец. О, базару нет. А, как Малик. Что-то в моей жизни очень много лакцев появилось за последнее время. Брат, у него Феррари, брат. О, ты мой брат. Мы с тобой братьями не были. Тоже, да, ты потерялся, я тебе сколько звонил, писал в Телеграме. Вау, хорошая у него, знаешь, Гранд Купе. А, это у него SM90, брат. Вон же он? SM90. Не-не-не-не-не-не. Ах, ты на семерке? А. Если я вон там потом по дереву поталью, мне тут еще скажет. Можно сделать. Да, мы машину шьем, брат. В натуре, от души, брат. Нас, меня собственная мама не ожидала увидеть, если честно. Брат, продаю я ее. Значит, 50 тысяч пробегал. 50 тысяч пробегал, ты берешь? Нет. Схуяли. Брат, дорогая она. Брат, в этой жизни дороже родителей нет никого. А вот там Гранд Купе, да? С толпой не приезжать. Как ты, брат? Пойдет. Давай. Так, что надо сделать? Брат, ничего, короче, идем, брат, открывай. Брат, короче, зашить хотим ее. Ее? Она считает так. А, ладно, пойдем тогда. Короче, брат, вот мы ее сделали. Ладно, ладно, шутка, шутка. Брат, не знаю, да мне Даня, сколько там хуйню можно вытворить, да, я не знаю. Вытвори, да, какую-то хуйню, я не знаю. Даник, пиздец, как это. Смотри, как хорошо, брат, керамку взял. Да, брат. Бардачке, Сэм. Ренат, осуди, осуждаю. Ах, и что можно сделать, брат? Брат, МБТ можно сделать? Гузи, видел ты? Да, когда его забирали, я же был там. Он там был, брат. В этом, в складе. Серьезно? Да, брат. В бардачке. Короче, а ты это, брат, какой ID, посмотри. Какой ID, это же четвертый ID, брат. Все, да, не получится, дай мне это сделать. Сейчас посмотрим, железо какое есть. А он по-братски очень поправить, знаешь. Да, но надежды нет, я так. Надежда, брат, надежда умирает, посмотри. А ты не палишься, брат? Все. Не, мне без разницы, но я особо не в соцсетях. Не, нормально, брат, рекламу тоже сделаем, брат. Нормально. Скромно, да. Нормально, брат, когда мотор не стучал, скажи, дай мне. Брат, так вообще это твоя основная машина? Да. И без них катаешься, да, каждый? Да. И как тебе, брат? А до этого что было? Ничего. Охуенная, да, машина? Нет. Тебе понравилось, да, она? Детская. Да, М5 есть тема, брат, вот. Брат, а почему у тебя вот здесь? А, это же европейская сборка, блядь. Вот это. У меня американка, брат. У тебя вот оранжевый поворотник, говорит, у меня красный, понял? И у меня она чуть-чуть ниже, нет, как будто? Да, у меня здесь высокая. Да, у меня на капет пружинах она ниже, понял? Нравится? Бля, вот сейчас как будто, знаешь, вот когда мне кто-то говорит, что мои диски нравятся и хорошие братья, сейчас как будто за миллион когда не продавал я. Или слишком блядский блок, скажите честно. Эго, а? Здесь очень важная информация. Блядь. Какая? Во-первых, у тебя евро 6, по-моему. Ну да, а понятное дело. Я зашил же. Бискат стоит. Подождите, нет, он не так понял нас. В этом, в подстаканник. Не, может, если она... Пишется, тогда нельзя. А, брат, моя любовь тебя может согреть. Включи, да, подогрев, брат. Не, нормально. Нормально.
И сколько смогу здесь, у меня печка есть в бардачке, да, радиатор. Справимся, брат. Главное, чтобы тебе тепло было, брат. Это Даник надоумил, да, вас? Да, брат, Даник вечно на хуйню откидывает, знаешь. Я здесь. Даник мой брат, он всегда хорошие вещи говорит. Да, она как поехала, бро? Алло. Сейчас мы просто скажем, она у тебя уже нормальная, исправная. Брат, вроде все сделал, ахи. Не, да, я шучу. Сюда смотри, ахи. Иди сюда. Твой брат когда не делал? Нет? Фэншуй. Иди, хай, бля, я эти на мойке у себя оставил, прикинь. Пластмасски все. Похуй, да? Да, выстави. Вот они, брат. Я тихо-тихо, тоже, как вы знаешь, Эмма вот стал, и здесь вот. Я тебя предупреждал уже, брат, я только начало, да. Типа это вот. Ты, это все ты, блядь. Не, это все... Я, да. Лучше такому учиться, брат, чем какой-то хуйне бухать этот все день, брат. Ну, что делаем, брат? Мы пришли вот чисто сейчас. Брат, да, давай. А, тебе дать? Да. Брат, у меня была пачка, знаешь? Там тормашки есть, чё. У меня, блядь, в жилетке все потаралось. Охуеть. Да ну нахуй, брат. Иду. А? Написано, что тотал, брат. Говоришь, она утоплена. Да ну нахуй, брат. Чё там, брат? А, все понятно. 8-9. Скажи, мы все разбираемся. Мы все разбираемся. Без шуток тебе говорю, брат. Чё скажи там? Смотри, здесь есть коррекция. Смесь у нас чуть-чуть бедная. Я не знаю, это расходомеры. Свечи недавно менял. Вижу форсунки. Смесь немного бедная у нас, брат. При таком раскладе ее можешь поднимать, я не буду на себя. Ага. Как нам поднять смесь сейчас? Брат, а может быть... Брат, я ее Вентуре поставил, они ее шили, знаешь, может из-за этого? Не, с воздухом поигрались. Воздухом в каком плане игрались? Ну, что именно делали? Раскладомеры смотрели, физически там датчики смотрели или как? Не знаю, брат. Ну, так у нее это и стоит сейчас. Кто сказал? Ты уверен? Штомпель, да. Вот это ты сейчас делаешь? И что еще сделаешь? Понял, чуть другой капец. И что сейчас? Это не имитация. Ну, бля, просто, да, имитация. Брат, ну, смотри, не перед ним не говори, брат, очень нервничаю. А, все. Не, перед ним не говори, не говори. Брат, давай, да, а что, блядь, может стукнуть, да, мотор? Смотри, брат, а как нам смесь поднять, блядь? Да не, скажи, да здесь не 7, брат, здесь 8, брат. Скажи так, как есть. Что нужно сделать? Что надо починить? Брат, здесь все равно кроме тебя никто вот так не... Короче, брат, на практике, когда у нас бедная смесь, ну, форсунки чистить надо. Вот как есть. Хорошо, где почистить? В Москве, брат, я не знаю. В Махачкале делают, брат, подскажу. Давай пробуй Махачкалу, брат. Ломай. Сами поедем. Давай. Бля, здесь неужели? Это просто форсунки? На практике, да. Форсунки? Там 15% она обогащает ее, компенсирует разницу. Бедная смесь. Это до Кривинска. 20% уже чек выкидывает. А чек не выкидывает же? Ну, а, на 20%. На 20%, а здесь 10%. Так, значит, что ты мне говоришь, форсунки почистить? Да, в первую очередь, пока ее в плане мощности я бы не стал трогать, и тебе тоже не советую. Пока с топливом не разберешься. И потом приехать, да? А так можно хуй забить, брат, может, часа два покатаемся, брат, а потом что-то может пойти не так. Да, тогда не надо, да, брат, зачем, как говорится, хуй за залупы трогать? Дай, пожалуйста. Бля, понервничал сейчас, я, знаешь. Да не хочу я отстрелы, блядь, нахуй мне это надо, скажи мне, детская хуйня, блядь. Долбоёб ездит с отстрелами, согласись? А-а-а. Есть такое, да. Да, я понервничал. А что ты нервничаешь, брат? Позвони Романовичу, пусть запишет ЗИАР. Там чистят или нет? В ЗИАРе нету, говорит, стенда. Да там просто, брат, стенд нужен обычный. У кого есть? Поехали где-то в гараже сделаем. Брат, разбирать надо. Надо, кто умеет разобрать. Брат, это кто эндоскоп делает, поехали к нему. Это что же? Это завод, брат. Я его 60 сам разберу, может тоже разберу. Да, хорошая. Гранд купе тан.